Что такое вера? Это уверенность в том, на что мы надеемся. Верой мы познаем, что этот мир был устроен по повелению Божьему. Вера Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и благодаря вере он получил свидетельство от Бога, что он праведен. Верой Ной доверился Богу и построил ковчег для спасения своей семьи. Верой Авраам был готов принести жертву Исаака, своего единственного сына, в вере, веря, что Бог все равно исполнит свои обещания. Верой Моисей выбрал лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Верой Божий избранный народ перешел Красное море по суше и прославил Господа, когда воды поглотили египтян. Верой Раав блудница избежала погибели, потому что приняла соглядатаев с миром. И не хватит мне времени, чтобы рассказать о Гедеоне, Давиде и пророках. Верой они творили правосудие, заграждали уста львов, угощали силу огня. Других же заточали в тюрьмы, убивали, они скитались по пустыням и ущельям земли. Поэтому мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем из себя всякое бремя и грех, будем бежать с выносливостью, одолевая свой марафон, не отводя своих глаз от Иисуса, который является нашим победителем и направляет нашу веру. Он, вместо полагавшейся ему радости, взошел на крест, пренебрегший посрамлением. Но он воскрес и возложил свою заслуженную славу по правую руку от трона Божьего.